Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас неплохой сюрприз микс. Lol Surprise Swap, Bubbloons Lil Pops, Shopkins, Черепашки Ниндзя и многое другое будет точно интересно. А чтобы ничего не пропустить на канале, скорее подписывайся и жми на колокольчик. Давайте начнем с сюрприза по японскому аниме Naruto Shippuden. Это для нас-то новинка, недавно мы ее встретили в магазине. Интересно же, что там за сюрприз. Игрушка там какая. Ценник невысокий, 60 с чем-то рублей была цена. И там что-то виднеется плоское. Вот коллекция. Собирай крутую коллекцию героев. Ну, крутая или нет, мы сейчас с вами посмотрим. Персонажи такие прикольные. Мультик этот не смотрела. Вот кто нам попался. Кто это за парень? Что он такой тут с мешками какой-то? Кто ты, что ты? Гара? Или гора? И у него, по-моему, то ли ссадина, то ли иероглиф на лбу. Нет, наверное, какой-то иероглиф. У тебя там на лбу, хироганы, катаканы или канджи, или вообще какой-то скорпион. В общем, кто специалист? А, вот, кстати, имя его написано. Гара. Ой, тут иероглифы. Интересненько. Теперь посмотрим с вами сюрприз. Безбашенные гонки. Приди к финишу первым. Фрикционные машинки. Это круто. Какой гонщик попадется тебе? Заведи, надень шлем и отпусти. В общем, инерционные. Какой гонщик попадется тебе? Обезглавленный. А, тут магнитики. Такой вот желтый гоночный болид. Присоединяем шлем. Так, шлеп. Держится, кстати, крепко. Колеса, слушайте, резиновые. По качеству такая игрушка неплохая. И ценник у нее небольшой. По-моему, 149 рублей она стоила. Так, ты нам мешаешься, Гара. Это как-то он странно едет. Тут у меня покрытие, что ли, не такое, какое тебе нужно. Ну, в общем, он ездит. Видать, нужна прям ровная поверхность. Так мне прям нравится машинка. Очень качественный пластик. И колеса резиновые. За такую цену прям неплохо. Давайте посмотрим еще одну новинку. Ну, для нас она точно новинка. Magic Egg. Узнаете, кто это? Ну, только не написали. По Гарри Поттеру. Персонажи тут Гарри Поттера должны попасться. А вот какие? Сейчас мы с вами посмотрим. Цена тоже невысокая у этих яиц. 59 рублей. Это прям дорого сейчас. А, ну тут насадки на карандашик. О, вот кто нам попался. Вся коллекция. И нам попался Рональд. Вроде же его так звать. Я ж ни с кем его не путаю. Ну, похож на себя. О, желтенький к желтенькому. Следующий сюрприз от Sweetbox по мультфильму «Оранжевая корова». Вот все персонажи какие тут могут попасться. Вместо мармелада здесь чупики, леденцы. Немножко отгрызанный нам попался. Игрушка. О, вот кто нам попался. Нам попалась
Зо. Какой раз она нам уже попадается? Первоклашка Зо. Настоящий сорванец в юбке. Вот она. Зо. Такой вот она. Похоже, очень похоже на себя. Да они, в принципе, тут все в этой коллекции похожи на себя из мультика. Подставка летая. Жалко вот, что сзади ее не раскрасили почему-то. Но спереди прям очень-очень похожа на себя. Теперь давай откроем Шопкинс. Давай. Тут у нас два таких рюкзачка. Это пятая серия. Внутри нас ждут две игрушки Шопкинс. Два Шопкинс. Рюкзачка же два. За рюкзачками вкладыш. Они между собой соединяются. Можно потом целую батарею сделать из рюкзаков. И вот тут какие могут нам попасться Шопкинс. Вот они по категориям редкие, обычные. С каким покрытием могут попасться. Ну и не только покрытием. Пэткинс — это значит животное Шопкинс. В виде животного что-то. И вот разделы. Разные. Что-то у нас прям он склеился. С обратной стороны. Здесь коллекция огромная. Вот, мы хотим, конечно, кого-нибудь, чтобы нам из техники попался, да, дочь? Да. Ну, или кто-нибудь из лимитированных. Давайте смотреть. Здесь у нас два пакетика желтеньких. Первым. Ой, нам тортик, что ли, попался. Ну да, вроде как тортик. А здесь ему на голову надели мороженое в рожке. Но он все равно довольный. Или это торт-мороженое, скорее всего. Насадочка на карандаш. Ой, там что-то массипучка какая-то нам попалась. Что там такое? Что-то интересное. Вот. Это... Не знаю, что это. Даш, как ты думаешь, что это? Не знаю, может, помада какая-нибудь. А что это за верхушка у помады? Как-то... Давайте на вкладыш посмотрим, кто это. Друзья, это нам попалось из раздела шармики, поэтому у нее петелька тут есть. И да, это помада. Она ультраредкая. Это круто. Вот она. И вот он тортик. Да, это торт-мороженое. Класс. Теперь давайте посмотрим сюрприз по мультфильму «Черепашки-ниндзя». Ну, не только по мультфильму, но и фильму. Вот какая тут коллекция. Игрушка топпер на карандаш здесь попадается. Но прям полноценная игрушка 3D. И, в принципе-то, она прям не маленькая, судя, потому что вот на ощупь, если щупать. И цена тоже небольшая. 129 рублей стоил сюрприз. Вот такой вкладыш. И на обратной стороне. Поближе, кто тут может попасться. Почему вот их не подписывают? Вот я, например, не знаток этих всех героев. Мне бы очень бы хотелось. Придется опять у вас спрашивать, кто нам тут попадется, если тот, кого я не знаю. Ну, конечно же, я не знаю, кто это. Вот кто это? Это черепашка же нам попалась. Или нет?
Вот, вот этот нам попался. Вроде это черепашка. Вот у него тут рог один отломанный. Или что это тут у него на голове такое должно быть. Моська у него, конечно, такая интересная. И вот она, дырочка для карандаша. Давайте проверим. Ну да, держится хорошо, не отвалится. Слушайте, прикольно такую насадку заполучить. За 129 рублей очень даже прям неплохо. Следующий сюрприз тоже от Sweetbox. Влад А4. Всем привет. Ну, привет. Вот тут может попасться разные брелочки, наклейки, значочки. Надеюсь, нам что-нибудь новенькое попадется. Мармеладки. О, вот эта штучка новенькая. Это та, которую нужно цеплять на замочек. С бриллиантиком. Значок. Такой нам попадался, челлендж. Наклейка. Бумага — это деньги. Нескромно, конечно, нескромно. И вот такой вот брелочек, челлендж тоже. Монстрики, идите сюда. Собери всю коллекцию. Знакомые монстрики, да? Сзади тут ничего нету. Какой нам из? Ой, что-то у него тут. Гибкие руки и ноги. Вот в чем это заключается. Вот куда попался вот этот. Такой. Слушайте, а прикольный. И что вообще вам всем надо от меня? Вот такой вот я зубастый, языкастый. Могу вот так вот в ку-ку с вами поиграть. А кто у нас тут есть? А что такое я? Слушайте, прикольный. Ой, а что он еще тут что-то делает? Тут что-то рычажок какой-то. И чего от этого рычажка происходит? Руками трясешь, что ли? Ну, мы поняли, что у тебя Паркинсон какой-то напал на тебя. О, боже мой, побежал. Да, забавный, слушайте, забавный. Мне нравится, правда. Пришла пора разбирать нашу пирамиду из шариков. Хотя нижние, они не шарики. Они только кажутся, что шарики. Да ладно, не трогаем имени. Не могу, прикольный такой. Так, это у нас относительно новая серия LOL Surprise Surprise Swap. Здесь попадается куколка в двух образах. И у нее еще есть запасная мордашка. Ну, или запасная эмоция в виде маски, которую можно ей присоединить. На самом шарике разные эмоции изобразили. Мы еще ни разу такие с вами не открывали. Вот сегодня и посмотрим. Подсказочка нам. Маска плюс корона. Может, там какая-нибудь королева попалась? Все может быть, дочь. Это мы сейчас посмотрим. Шарик желтый. Не знаю, там, если редкое, какого цвета должен быть шарик. Я тоже не знаю. А у нас, может, золотой, просто кажется? Ну, нет, даже он желтый. Верхушка здесь вот открывается. Как его я открываю? Тут инструкция, и, видимо, так-то нам попалась. А нам попалась какая-то кошечка миленькая, судя по всему. А это инструкция. Теперь нам нужно сюда налить водички. Ой, ух ты!
Вот так вот она. Надо еще, наверное, подлить, чтобы она размокла. Достаем нашу моську. Ой, какие у нас сережки. Посмотрите. Красивые, золотые. Язык показывает. Подмигивает нам. Какая-то интересная, смугленькая попалась. Шарик открываем. И откручиваем. О, и тут тоже запечатано все. Трубочку свернули. Еще одну инструкцию. Вот, да, нам кошечка попалась. Получается, это она. Хорошенькая такая. Мне нравится очень. Все, ничего нет. Вот видите, мы с вами сразу догадались, кто нам попался. Пакетики бумажные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 пакетиков бумажных. Вкладыш. Так, тут нарисованы, как кто в кого превращается. Ой, какая прикольная. Наверное, она ультраредкая. Вот наша рыженькая кошечка. И вот сами девчонки. Да, она ультраредкая. Вот эти две редкие. С огурцами на глазах. А вот наша киса. Она необычная. Ну да, она необычная. Мисс Миу. Мисс Мяу мы ее назовем. Вот это тоже прикольная, но она обычная. Да, вот они. Так, необычная наша. Достаем твои аксессуары. Ободочек с ушками. Здесь одежда у нас. Розовые шортики с маечкой. На пижамку похоже. Сапожки. Ой, какие. Да золотыми каблуками. Тоже такие, как в леопардовом стиле. Наверное, еще одна одежда будет. Ну да. Только что это? А, вот, как купальничек такой. Кошачий. Еще одни ботиночки. Розовые такие. Как с белыми носочками. Ну, а тут, наверное, ее шапочка кошечки. А, нет, не шапочка, а волосы. Или нет, шапочка, да. Такая вот она. Как будто бы она меховая, наверное. Тоже хорошенькая. Ну и сама куколка. Ой, какая яркая она. Интересная. Ноги в растопырку, как обычно. А волосы у нее такое ощущение, что это парик прилепленный. Не как обычно выглядит, как у кукол Лол. Знаете, напоминает а-ля Лего. Знаете, когда у них сверху волосы так одеваются. По качеству неплохая. Гляньте, как у нее ручки. Такая вот она киска. В штанишках. Давайте мы сейчас ее оденем. В один, в другой образ. Первый образ. Вот такой. Кстати, заметили, что нету ни дырочки во рту, ни цвета они, судя по вкладышу. Не меняют, не плюются, не писаются. Я таких еще не встречала, чтобы тут дырочки не было. Так, второй. И вот такая вот красивая у нее очень.
костюмчик смотрится на ней. Правда, сзади, как обычно, косяк лолский не сходится, по размерчику не подходит. А так она такая прям... Правда, необычный образ. Мочку надо ей приделать вторую, как она с ней выглядит. Ну, как-то, не знаю, мне на какого-то бобра похоже или хомяка, что у нее не язык, а вот а зубы торчат, если вот честно. Для игры, конечно, прикольно эмоцию поменять, но мне больше нравится вот ее настоящая личка. Не знаю, как вам, напишите в комментариях. А мне больше нравится я. Половинку от шарика можно использовать как подставочку. Вот такая вот она. Еще и подставка у нас, гляньте, какая яркая. И кошечка у нас яркая, девочка. И шарик у нас яркий. Вон, иди к Зелебобе. Ну не могу, такой прикольный. Привет, я Зелебоба. Давай дружить. Так, поближе к Зелебобе. Зелебоба. Напишите в комментариях, вам какой больше образ понравился, когда она в розовом или вот в образе кошечки. И последний на сегодня сюрприз. Пати. Баблунс Лил Попс. Вот. А то там смотрю, не видно. Вот эти вот шарики, они не шарики, как я уже вам говорила. А по итогу получатся из них коктейли. Да не просто, а с содержимым, да с трубочками. Ну, конечно, не просто, нам какие-то баночки с коктейлями. Там еще должно быть В каждом коктейле должен быть питомец вот такой необычный. Еще их можно вроде как-то они так сжимаются. Видимо, резиновые какие-то они будут или силиконовые. В общем, очень интересно. Давайте смотреть скорее, что там, что же там такое. Вот. Вкладыш. Ну, как тут с игрушкой обращаться? Тут еще можно дуть, чтобы у нас она разлеталась. Разлетался этот коктейль в разные стороны. Вот редкая. Супер редкая. И остальные просто под именами. О, что это за шматок ваты тут? Сиреневый. А, вот трубочка. Значит, вату мы складываем обратно. Это у нас как будто бы наполнение. Ну, в общем, сам наш напиток. Коктейль. Вставляем трубочку. Вот так это выглядит. Кто-то нам попался. Ой, какая хорошая мышка. Так, мышка у нас тоже тут с остатками лохмов. У кочества, слушайте, неплохой, да? Она прям такая вся, вся такая приятная на ощупь. О, я все вижу и слышу. И это насадочка на карандаш еще. Ну, на трубочку она насаживается. Во, вот так это выглядит. Ну, еще можно на карандашик ее, конечно, насадить. И, ну, классная. И очень-очень приятная на ощупь. Не как обычная резина. Вот эта мышка. Бэс. Давайте дальше. Скорее. Кто нам еще попадется? Надеюсь, нам разные попадутся здесь. А, наполнение, видимо, одинаковое. Тоже сиреневое. Я про вату. Трубочка тоже такого же цвета. Ой, новенькая.
Игрушка новая. Нет глаз. Еще тут какой-то нам ушастик попался. Подмигивает. Такая кучка у нее на голове желтая. Тоже может глаз свой пучить. Правда, один. Второй закрыла. Мягенькая такая. Да, по качеству прям хорошие игрушечки. Небольшого они размера, но все-таки такие прикольные. Вот она нам попалась, Селли. И последний коктейльчик. Тут перфорация, оказывается, есть. Так, тоже трубочка такого же цвета. И вот такая же. Кто-то новый, тоже с кучкой на голове. Так, это нам попалась, видимо, кошечка, судя по мордочке. Тоже один глазик подмигивает у нее. Сидит на попке, хотя не все на попках, на штанишках сердечки. Хорошенькая. Давай на трубочку. Звать ее Руби. Вот она. Вот такие классные игрушки нам сегодня попались. Мне больше всего понравились куколка Лол, Зили Боба, мышка с коктейлем и гоночный болид. А тебе кто? Напиши в комментариях. Если понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!